Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Цветет вот цветочек, видите, с этим, с арбузиком, его надо пылить. Вот я уже опылил его сейчас, но здесь уже нету. Так, вот еще, смотрите, это вот неопыленный арбуз, видите, вот у него он начал загнивать, вот так. Так выглядит неопыленный, надо сразу срывать его и все, чтобы, вот видите, он даже отвалился сам. То есть это неопыленный арбуз. А вот опыленный арбуз, смотрите, он уже здесь килограмма 2, наверное, 3, блин. Вот. Я его подвесил вот на такую. Ну, это упаковка такая, из-под воды 6 бутылок бывает. Здесь вот крючок сделал, и все. Такой вроде. Получается хорошая фигня такая. Так, здесь что? Здесь вот тоже килограмм 5 есть. Вот один арбуз. Здесь вот начал расти. Я вчера полил водой. Здесь, видите, запотело, естественно. Вот. Здесь еще арбуз. Здесь жарко, запотело. Вот, и здесь уже второй такой же большой. Здесь уже подрастает. Он, наверное, запотеет здесь. Вот. И вот здесь вот уже килограмм на полтора, на два. Наверное. Все. Там еще внизу подвесил. Вот здесь вот тоже, не знаю, растет. Растет, да, уже больше. И вот еще вот здесь лежачий. Лежачий полицейский. Вот. Поливать надо не очень часто, в августе месяц особенно. Это раз в три дня. А то и корни могут загнивать. Поэтому частый полив не рекомендуется. Это огурцам можно лить сколько угодно. А арбузом нет. Вот такие арбузики. Здесь килограмм 5, наверное, будет. Он уже большой. Как понять, что он уже созрел? То есть здесь есть листик где-то контрольный такой. Вот этот вот листик. Он когда высохнет, вот этот вот листочек, тогда арбуз спелый. Вот этот вот листочек, видите? Он еще зеленый, значит, он еще не спелый. А здесь вот уже этот листочек, вот он уже засох. Значит, арбуз уже готов. Вот, этот поспел. В общем, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь арбузиков, вот. Здесь еще огурцы посадил на место, а помидор. То есть, помидоры вырвал, потому что они... На них не было завязи, только затеняет. Вот. Там малина прет, надо тоже вырезать будет. Эти кусты. Вот. И вот огурцы вроде пошли в рост. Надо уже палочки ставить им. Видите, уже усы. Так, а здесь, я не знаю, может быть, здесь еще лежат арбузы. Просто не видно, нифига. Я вроде что-то опылял здесь. Какую-то здесь и крапива залезла. Ну, неважно. Главное, там есть, висит шпалер высотой, где-то теплица высотой 2,50, нестандартная. Покупные, они по 2 метра делают, а это у меня 2,50. Вот, а вот это вот специально делал шпалер для, именно для арбузов. А вот еще где-то один здесь, но он не будет расти. Вот, сейчас покажу. Он начинает загнивать, вот он. Вот видите, он загнивает, вот. Он не будет расти. Он немножко вот пошел в рост, видите, здесь вот надо сорвать его. Вот. Вот такие вот арбузы, они не будут расти. Он, наверное, не пылен, сказать. Он чуть-чуть надулся. Не пыленый. Плохо пылил. Я его, правда, пылял, но, видимо, не заходил. На плите арбузной надо оставлять не более 2 арбузов. Или лучше один, тогда он будет большой. Если 3, то они могут и не вызреть нифига. Вот, вчера набирал облепиху, начал набирать, дождик пошел. Потом пришел, еще раз набрал. Короче, 2 бетона я набрал вчера облепихи. Правда, на уколоса раза 3 или 4. Вот, руки такие были чистые-чистые, прям разъела кислота эти руки. В общем, вот так вот у нас это сейчас пришел. Теплицу открывать, потому что на ночь я закрываю, чтобы тепло все-таки было, создавалось, потому что арбузы любят тепло. Вот у меня в открытом грунте есть там плети арбузные, там ничего нет, потому что холодно. А здесь тепло, и потом здесь вот теплица расположена на южной стороне. Вот здесь солнце всегда греет и всегда тепло. Сейчас встают. Закрыт поликарбонатом, здесь тепло. Блин, опять, наверное, запотело. Вот, я сейчас открыл. Вот, сейчас пойду еще поснимаю это
облепиху. Покажу, как рвать, чтобы не уколоть себе пальцы. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмем на колокольчик. Вот. Здесь как бы есть вот эти вот цветочки. Вот они. Их можно рвать. И это самое, пылять огурцы. О, это же пыльцой, пылять огурцы. О, это и пыльцой. Здесь пыльцы много. Опылять огурцы. Они лучше отживаются на чужую пыльцу. Блин, чуть не сломал, блин. Потому что здесь пустоцвет есть. Все, спасибо за просмотр. Здесь огурцы, блин. Уже под... Ну, как бы... Вот здесь вот такие огурчики. Здесь вот, вот такой длинноплодный огурец китайский. Вот, это вот закручка. Это не хватает калия. Вот она вот так закрутился. Хотя вчера последний калий вылил сюда, под огурцы. Вот. А здесь спалера, видите, я стою, и ровно 2,50 у меня до верхней точки. Это шпалер. Шпалер, а, не шпалер, а теплица. Самодельная теплица, сам делал 10 лет там назад. Сейчас бы, конечно, сделал лучше бы. Ну и тогда тоже нормально получился. Вот. А здесь такой проход. Вот эти вот две трубы, это... И перекладина, это от старой теплицы. Она у меня была из рам со стеклом. Ну, рамы со временем гнили. Потому что здесь все-таки влажность большая. Приходилось каждый год менять рамы. То есть делать рамы самому. Вот. И потом менять, вставлять, подгонять те же стекла. Потом думаю, дай-ка я сделаю такой. Это, на просторах YouTube увидел, как делают трубогиб. И потом... Показали, как делать эту теплицу. И, короче, сделал. Вот для крепкости еще добавил еще дополнительно по 3 метра вот эти дуги. Вот здесь, видите, почему 2? Потому что при сгибе дуга уменьшилась буквально сантиметров на 8, наверное. Пришлось вот еще ставить. С той стороны это одна, а здесь тут 2. Спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик, выращивайте арбузы в теплице. И только в теплице, в средней полосе России. В открытом грунте они расти не будут, пускай не врут. Он там показывает, как вот, может быть, это Ростовская, Ростова-на-Дону, там, может, теплее, или Воронеже, там все-таки теплее. Может быть, там растут арбузы, а здесь у нас не, нет, их не вырежешь. Сколько раз я пробовал, даже у меня сейчас на грядке там растет одна плеть арбузов, даже не одна, а три, и там ничего нету, там даже никакие завязи нету, потому что холодно там. Вот, ну ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Всем пока-пока.